Чтобы томаты быстрее завязались и плодов помидоров было больше, обрабатывать растения можно борной кислотой. Она разводится несколькими способами, но поскольку порошок достаточно долго растворяется в воде, нужно использовать только теплую воду с температурой не менее 50 градусов. Если порошок плохо растворить и начать опрыскивать растения на сельскохозяйственные культуры и их листья, могут попадать кристаллики бора, из-за чего на растении будут ожоги. Это нам не нужно. Чтобы сохранить завязи и соцветия, ускорить развитие томатов и повысить урожайность, необходимо сделать концентрированный раствор бора и развести его в уже большем количестве чистой воды. На литр теплой воды берем 1 грамм порошка. Запомните, что на каждые 10 квадратных метров кустов томатов будет необходимо приготовить по 1 литру раствора для опрыскивания. Когда нужно делать подкормки? Бор вносят в почву до высадки рассады или делают раствор. В него нужно окунуть семенной материал, опрыскать ростки, после чего сделать еще одну подкормку на подросших кустах томата перед тем, как начинает формироваться зависть.